Канал «Ребенок будущего» представляет английский алфавит для малышей. Привет, мои друзья! Меня зовут профессор Любознайкин. Сегодня мы изучим 16-ю букву английского, а точнее латинского алфавита – букву P. Английская буква P выглядит так же, как русская буква R. Вот как пишется буква P. Ставим точку, от нее вниз опускаем линию. И сверху до середины этой линии рисуем полукруг. Давайте посмотрим, какие слова начинаются на букву P. Pig. Pig. Видите, слово начинается на букву P. Она красная. Слово pig переводится на русский как свинья. Parrot. Parrot. Слово parrot переводится на русский как попугай. Pear. Pear. Слово pear переводится на русский как груша. Phone. Phone. Слово phone переводится на русский как телефон. Посмотрите еще раз, как пишется буква P. Как я уже говорил, английская буква P похожа на русскую R. Для ее написания необходимо поставить точку. От этой точки вниз опускаем линию. Сверху этой линии до середины рисуем полукруг. Отлично, еще раз. Точка, линия вниз, полукруг. Отлично. Ну а на сегодня все. Потренируйтесь дома самостоятельно писать букву P. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Пока-пока.